Всем привет, с вами Антон99, и сейчас я продолжаю играть в игру Assassin's Creed 3. Это мой третий летсплей. Поехали. Всего 3% я прошел, но не снимая на видео, я не проходил. Так. Что-то пошли, конечно, очень долгие загрузки теперь. Не знаю почему. Комп не лагает, ничего не знаю. Тупая, кстати, прошивка, минус это. Вот. Давайте хотя бы одних врагов замочим. Мы пойдем проходить вниз. Контр атака это у русской. То есть я не русская. Пошли. Так, забираться, кстати, сейчас стало очень легко. Ну, вот лазить я имею в виду. Поздравим-то. Не знаю почему. Но реально легче это ощущается. Он на более высокий может сбираться. Из чего это он такое выделывает? Так, ну где месяц? Прости, лошадь. Ну? И что делать? Что это за хер? Сыграть в игру? Нет уж, нога. Все, я понял, куда мне надо. Ну и... Добрый вечер. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво! Все, пошли. Я не понял так, что делать в этой миссии. Искать что-то, наверное. И что?
Заперт. Чарльз. Сэр. Кажется, не только мы ищем мистера Чорча. Черт, и где он может быть? Что нам делать? Искать его. Идем. Я покажу, как. Прятаться вот здесь? Что это хер? Вы начинающий моряк или рыбак? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Или и сыновья. На ферме наберется разума. Если бы вы только видели, они, несомненно, были пьяны. Причем среди белых дня. Основа! Королевский колледж! Иисус. Еще наемник. Король Башир! Этот дебошир хочет стать врачом? Вряд ли из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Такой поступок! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Зачем тебе повыше? Я так и знал. Нихера себе повыше. Это что такое? Кладбище, что ли? Да. Что за тенью? Что? Должно быть, я устал. Ну сейчас туда забираться, конечно. Быстро. Нахрена ему вот так вот высоко? Он уж птица тут летает. Отлично. Весь Бостон, наверное, видно отсюда, да? А, ну и сейчас прыгнуть, время, конечно. Время подслушивать. Вдруг кто-нибудь да знает, ну, что конечно. Сталось с Бенджамином. Как всегда. Какие подсказки? Французы заняли форт на Сесити. Подсказки какие-то, нудные миссии. Чё, давай убьём нахер. О. Торговцы. Никто ничего не видел. Да как он по деревьям давай? А я картошка. А ну вернись ты!
Да блин. Ну давай. Ну и ладно, все пойдется. Кого-то напугать? Гнили позвольте. Никому не разрешается смотреть на новую фабрику, не заплатив жилин из законных денег. Ну. Самые крепкие и бесшовные бочки в Америке. Сосредоточьтесь же! Семь поколений бочаров. Так, тихо. Где вы тут зашкелец-то? Это что за хер? Тоже мне что-то. Не, вы видите, тут на кулака персонажа смахаться. Но я хочу этого вашего убить. Ну давай, подходи, сука. Все. Ну. Что за хуйня? Оба. Оба. Я тут ни при чем. Уже ухожу. Да хири. Да пошел ты уже. Сейчас я тебя убью, да и все. Блин. Да сука. Да че? Да блядь. Да ёптвою мать. Сволочь-то. Настучите-ка им как следует. На. Прошу, не убивайте. Сука, блядь. Вы же знаете, блядь. Да, скажу я вам, дела здесь явно идут все хуже и хуже. Да, все хуя и хуя. Такой сброд по улицам шатается. Кто из врот по улицам шатается, он сказал? Ну? Я стоял у южной церкви, и вдруг мимо бегут эти. Один вдруг упал, весь избитый. Я хотел посмотреть, не нужна ли ему помощь, но... глянул на остальных и тут же раздумал. Может и к лучшему. Эти люди явно из тех, с кем не стоит связываться. Может их убить нахуй? И чего, что удалось послушать? Ну все, сосал. Давай, ну ёптать. Что могло вызвать такую агрессию? Ты, блядь. Вот что. Опять подслушивать. Ну ёпта. Если честно, я уже заебался. О, еще и у стражи, ёпта. О, сейчас в эту конюшню прыгну нахуй. Ёпта. Давайте их убьем. Ну, на скамеечку сейчас сяду и все на то. А то эти гнидные козлы. Я спросил торговца, никто ничего не видел. Да ёпта. Суки. Пидор. Последнее слово. Последнее слово? Письку от все. Ваши. Ах,
получил бараны, сейчас, сука, ухожу. Получишь. Да ёбище. Блять, это весь город надо ходить тут и страдать херней. Дали помощь, так они отмахнулись. Все было в полном порядке. Странно, они не сказали, в чем дело. Нет, пустяки, дескать, и он скоро вернется домой. Но я видел кровь. Боюсь, это не такой пустяк, как они хотели показать. Куда они его увели? В вершине холма. Может, в форте есть врач? Ну все. Нет, не читала. Да ёб твою мать. Что он говорит, Чарджо? Так или иначе, долг надо платить. Я ему не доверяю. Незавидная участь. Что они затеяли? Ничего хорошего. С ними был резчик. Верно искали тихое местечко, чтобы обделать дельцу. Когда резчик берется за работу, крик стоит до небес. Кстати, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. Мясо? При чем тут мясо? Чарльз Ли? А чё, ему пизда, что ли? Пизда, да? Видите? Мы скоро отыщем Чорча, как я и говорил. Блядь. Вообще, видите, это все часть моего воспитания. Где ты, Чарльз Ли, наебнул? Орден ставит восприятие в углу. Оно направляет вещи. Обменник. Движет наши мечтами. Давайте быстрее туда. Оно меня чувствует. Я начинаю не познавать мир. Тоже не мешает. Тихо ты. Уроды, блин. Пошли, Чарльз Ли. Ну. Лошадь себе возьми. Пошли быстрее. О, в натуре. А забраться ты можешь? Эй! Какие? Что это за выходки? Ага. Сейчас скажешь, письку тебе не отсосать. Разум затуманился. Ну ладно, пошли тогда в обход хуй. Куда мне вообще идти-то? Да, вот так вот. Вот, сука. Почему не могу идти? Пошли вот сюда. Сейчас пёзенький тут. Ну ты где? О, пошли в красную зону помочь. Смотрите, у них полно часовых. Но где? Нужно миновать их. Сейчас я миную всех их. Где? Пизде. Так ты в кусты, а? Блин. Ой, ребята, пизда вам. Он так пасель скрыл. Че жестко. Ну давай. Так, ну давай, ёб твою мать. Что ты там делаешь? О, тихо-тихо, быстрее. Ну давай, пока эти пиздюки. Они убегают. Да все не сыты. Ой, ну ты долбан. Лошадка, он умнее тебя. Ну ты-то вообще долбоёб. Пошли. Двери. Конечно же, ногой. Мне нужен ключ. Ключ? Здесь. Угу. Ключ.
А это что за мафия вообще? Что, ну давай подслушаем, давай. Ну как ты спалил? Чарльз Ли где? И вот как его слушать-то? Он ведь ни с кем не пиздит. Пошел нахуй. Он уже труп. Это ты, блядь, труп. Сука. Ух ты, тихо. Ну все, послушать некого, да? Потому что он уже труп. Ну и что, все, пизда. Стражи все убила. Ну этот тоже не забыл. Да как его подслушают, и он сдох нах. Ну все. Такое задание вот пиздец. Ну столько вот он. В общем, я, наверное, сам разберусь, как эту хуйню пройти. Всем спасибо за просмотр. С вами был Антон99. Это была третья часть моего летсплея по Assassin's Creed 3. Подписывайтесь на новое видео. До свидания.